Главное торжество состоялось в Доме правительства Московской области в Красногорске. Я рад приветствовать в этом зале жителей и гостей Московской области. Всех, кто живет в нашем Подмосковье, любит его и связывает с ним свою жизнь. Сегодня Московской области исполняется 90 лет. Во все времена Подмосковье было и остается стратегически важным регионом нашей страны. Московская область всегда играла особую роль в укреплении государственности, духовных традиций, в культуре, науке, в военных победах нашей страны. Прозвучало множество поздравлений, в том числе от президента Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина. Нас по-разному называют и соседями, и стратегическими партнерами. На самом деле у нас одна судьба, причем это не фигура речи, это действительно так, это судьба миллионов людей во многих поколениях, переплетенная настолько тесно, что разорвать ее невозможно. Губернатор вручил благодарственные письма и государственные награды жителям, внесшим значительный вклад в развитие родного Подмосковья. Знак «Почетный гражданин Московской области» Андрей Воробьев вручил главе областной федерации фигурного катания, депутату Госдумы Ирине Родниной, а также президенту и главному тренеру клуба «Чеховские медведи» по гандболу Владимиру Максимову. Я очень тронута и благодарна за столь высокую оценку и такое высокое звание. Быть среди великих мужей, не только которые прославили Подмосковье, но и всю нашу страну, это огромная ответственность. Хочу поздравить всех жителей нашего города с этим замечательным праздником, пожелать нашей Московской области процветания, развития. На сегодняшний день при поддержке нашего губернатора мы в городе строим школы, строим детские сады, делаем дороги, ремонтируем многоквартирные дома. Мы много делаем на самом деле для того, чтобы все жители нашего города и нашего Подмосковья чувствовали себя комфортно. Жители поздравили праздничным концертом звезды российской сцены и юные дарования. Такие даты надо отмечать. И не только 90-летие, а и столетие. Я уверен, что столетие Московской области жители Подмосковья достойно встретят и с новыми успехами. И будут хорошие зарплаты, и будет еще краше подмосковная земля. Главная ценность Подмосковья – это жители, благодаря которым с каждым годом оно будет и дальше развиваться, удерживая позиции региона-лидера. Кристина Лушникова, Антон Рябов. Программа «День за днем».